И перед тем, как мы начнем, у нас небольшая рекламная пауза. Перекрёсток – федеральная розничная торговая сеть, одна из первых сетей городских супермаркетов. Компания является лидером рынка в России по продажам в формате супермаркет. Перекрёсток доставляет продукты из собственных магазинов в ассортименте более 35 тысяч наименований. Цены и акции как в магазине, доставка за час. И по моему промокоду вы получите скидку 400 рублей за заказ продуктов на сайте или в приложении Перекрёсток на сумму от 2000 рублей. Промокод и ссылку прикрепил в описании под видео. Промокод действует до 30 июня. Успевайте воспользоваться! Всем привет, с вами снова Левак Фалкон. И с вами смотрю поединок, который пройдет 18 июня. А это мы между Артуром Шпилькой и Сергеем Ватченко. Сейчас мы можем сыграть здесь шаг на шоу в пользу Шпильки, и я должен одержать победу лидинг вашим решением судей. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого поединка, кто по вашему мнению победит и каким методом. Также подтвердите, прошу вас поддержать этот ролик лайком или дизлайком, написать комментарий и подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, ведь это очень сильно помогает развитию канала. Также подписывайтесь на другие социальные сети нашего канала. Ну и по желанию, можете поддержать канал донатом. Все ссылки в описании. А мы начинаем нашу трансляцию. И первым в октагон выходит Сергей Ватчин. Три боя, две победы, две нокаутом и одно положение. Самое примечательное, что бойцы между собой встречались по боксерским плаваю, и тогда Шпилька одержал победу лишением большинства судей. И посмотрите, оба бойца и являются боксерами, но решили попасть его в ММА, и тогда Ватчин когда-то будет уже четвертый поединок по этим плавам. In range, more often than not, they miss and land less than 25% of their significant strike attempts. Вот выходит и его оппонент. А вот тут Шпиля, дебют. Come into the UFC in years, and no surprise he'll be interested in keeping the fight standing tonight. We'll see if he can put on a striking clinic. If the takedown defense holds up, figures to have a pronounced advantage on the feet. This guy has ridiculously powerful kicks. This is the one thing his opponent needs to absolutely avoid if he hopes to achieve victory in this fight. Ватченко старше, Шпилька выше. И сейчас Брюс Баффер представлен участником данного события. И первым нам присваивают Сергея. А теперь нам представляют и Аватура. Эдафик Полинка и Шававиль. Первый раунд, погнали. Лоу-кик от Шпильки. Попадает Сергей. Точно Ватченко. Попадает Сергей. Неплохо. Мимо. Мидл кик. Лоу кик.
Вашмер провело Алтура. Точно за Вашергей. Двурбаша пауза. Точно шпилька, медовый кик. Точим Алтур, апперкот и подключен Шергей. Идет на добывание шпилька. Лоу-кик. Неплохо было. Мимо. Удал с Хайленом от шпильки. Побрыкавил хендера от Сергея. Вашмен. Неплохо. Да, Сергей. Вышкает шпилька. Ну, обменяюсь вполне удалами. Неплохо. Мимо. Попадает. А вот тут мимо. Неплохо прорыв шпилька своего визави. У Шевгея уже в осечении. Только тейкдауна было от Ватченко. Вот больше паузу. Попадает. А вот тут мидл кик. Точен шпилька. Мидл кик. Попадает Ватченко. Точен Сергей. Но пропускает Алту. Неплохо. Вашмен. Подключен шпилька. Мимо. Неплохо. Мимо. 90 секунд now to go in round one. Берут больше паузу. Точно Ватченко. Попытка лоу-кика была. Мимо. Хай-кик и попалил шпилька. Неплохо. Но плывет ауту. Мидл-кик. Неплохо. Попытка тогда она была уже в шпильке. Попускаешь его. А вот тут. Побырка Клинча. Неплохо. Берут больше паузу. Снова поджим шпилька. Волкик. Неплохо. Первый он зашел, он за Сергея. 10-9, Ватченко впереди. И нам показывают лучшие моменты первого раунда. Perfectly placed strike. Brittany Palmer in the building.
И у нас раунд номер два. Точим шпилька. Берут большую паузу. Мимо. Попадает Артур и попадающий в гей. Рашмен. Поражен шпилька. Рашмен. Падает нокдаун Артур. Но Ваченко не пошел на добивание. Берут большую паузу. Рашмен. Мимо. Снова падает шпилька. И тут уже Шенгей решает пойти на добивание. Рашмен. Пытается подняться шпилька в стойку. Ваченко ему этого не позволяет делать. Атакует Сергей. Неплохо. Шпилька пока что принимает удары. Продолжает атаковать Ваченко. Рашмен. Пытается шпилька подняться, но ему это не удается. Сергей же все устраивает, и все-таки бой поднимается. Что это? Рашмен. Точен Сергей, потрясен шпилька в очередной лаж. Мимо. Точен Артур. Лоу-кик. Неплохо. Мимо. Точно шпилька. Рашмен. Ну, а меня исполнил удавами. Неплохо. Подошел снова. А вот тут... Мимо. Рашмен. Лоу-кик. Спортсмен еще в гей. Неплохо. Подвелся шпилька своего визави. Мимо. Попадает снова Авто, потрясен Сергей. Мидл кик. Мимо. Немножко оба большая устала. Неплохо. Мимо. Рашмен. Мимо.
Вашимен не сорвал сразу же в гейм. 2-18. Ваченко впереди. Нам покажут лучшие моменты этого раунда. That could result in the eyes swelling shut. Major, major storyline in this one as the cut on his nose continues to deteriorate. And here is one more massive punch he lands that really stuns. What an action-packed round. It looked like it almost ended on multiple occasions. И у нас вал номер 3. Заключительный вал нашего поединка. Попадает Ваченко, подключен шпилька. Дайвит Сергей. И подловил его сейчас Аватул. Падает Ваченко. Шпилька не пошел на добивание. Снова падает Сергей. Луки как шпильки. Дурбыша пауза. Снова подшина Ваченко. Вашмен. Это вам так сказать. А вот тут он начал весьма-весьма неплохо. Берут больше паузу. Точим шпилька. Вашмен. Снова причем Сергей. Отвечает Ваченко. Клюет шпилька. И все, бой окончен. Нокаут. Нам покажут, как это было. Что ж, посмотрим, как же бой пройдет на самом деле. Boom! And that's all she wrote. And there he is after a massive knockout here tonight. Near perfect execution and a seminal moment for him here in the octagon tonight. All right, we sent it inside for the official decision here. Победу нокаутом в этом раунде одерживает Сергей Ваченко. Showcase here tonight, Joey gets a big win by way of the knockout. Certainly kept the judges out of it here tonight. Perhaps some bonus money is coming his way, but there will be no wiping the smile off of his face tonight. He will party deep into the night with his friends, his family. A huge knockout turned in by that man here tonight, and he has set himself up for a huge fight now, moving forward inside the octagon. Статистика боя: шпилька попал 6 ударов и 6 шорт-трех. Ваченко 14 и 6 шорт-32. Поединок Шолох из 107 Авату, 56 из 155 Сергей. По нокдаунам 2-3. Обой было неудачно по нокдауну и контроль минуты 14 секунд Ваченко. По раундам. Первый он по удалам. Шолох 9, Шолох 9, поединок 20-22. Одна неудача по нокдауну от Сергея. Второй он по удалам 34, Шолох 5, поединок 10-22, по нокдаунам 0-2. Одна неудача по нокдауну от Авату и контроль минуты 14 секунд от Сергея. И финал третьего по удалам 20-19, по силам 10-12, по нокдаунам 2-1. И у всех шури Ваченко вел в счетом 20-18. Что ж, на этом все. Посмотрим, как же на самом деле пойдет этот поединок. А с вами был Black Falcon. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, ведь что-то очень сильно помогает в развитии канала. Также подписывайтесь на другие социальные сети нашего канала. Ну и по желанию, можете поддержать канал донатом. Все ссылки в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!